Я железный человек, защищайся. Тогда я сейчас супермен. Тихо! Тихо, я сказал, расшумелись, дедушка спать не даете. Что такое? Деда, мы играем в супергероев. Я супермен. Я. О, это из вас такие супермены. Только успокоились, челюсть мне в стакан. Деда, а в ваше время были супергерои? Какие такие супергерои? Ну, люди с суперспособностями. Деда, ты что, не знаешь? Которые лазером из глаз стреляли, летали, людей спасали. Да разве такие существуют? Я таких не видел никогда в жизни. Ведь людей-то спасают обычные люди. Пожарные, милиция, военные. Без них же вот ничего бы этого всего не было вокруг. Как это не было? Вообще ничего? Вообще ничего. Даже вот лампочки не было. Деда, а кто придумал лампочку? Я. Не шучу. Одни говорят, американец придумал, Томас Эдисон. Другие говорят, русский придумал, ладыгин какой-то. А знаете, Семёныча надо спросить. Он трудовик со стажем, лет 30 уже работает. Он точно знает. Семёныч! Семёныч! Я и друг мой трудовик. Да помещается лампочка в рот. Сейчас приду, покажу. Здорово. Что у вас там? А нам дед про лампочку рассказывает. А, помню, был как-то у меня друг электрик. Так он любил всяким одиноким дамам лампочки вкручивать. Так как-то муж раньше пришел, так ему пришлось минус 30 сутки на трубе провисеть. И чё? Так чё? У него и так искра через раз пробивала, сейчас вообще напряжение пропало. Ой, так, пока не забыл. Надо пару мальчиков покрепче, покрепче таких. Там, в общем, худграфу на газоне щемень привезли. Надо разгрузить. Какой газон? Ты ну-ка мою про лампочку лучше расскажи. А, ну тогда песня. Песня! Я не скоро позабуду.
Словно призрачный туман, ты уехала в Латвию, я уехал в Татарстан. Но когда приходит ночь, я не в силах превозмочь тайные желания, скрыть воспоминания. Я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду. Может, через 20, может, через 30, может, через 40, но не скоро. Может, через 20, может, через 30, может, через 40, но не скоро. Я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду. Семен, а где тут про лампочку? Какая лампочка? А ну тебя! Серьезно, что ли? Иди давай отсюда, не мешай. А, так это, ну... Все, хана мне! Зена, что случилось? НКВД за мной приехало. Так и знал, не надо было тот анекдот про товарища Сталина рассказывать. Деда, ну это же просто современная музыка. Мать моя женщина, это вы такую музыку слушаете? Да, между прочим, нам что-то нравится. А вот тебе, дед, какая музыка нравится? Как некрасиво-то получилось, ё-моё. А я люблю классическую музыку. Бетховена там, Рахманина, Глинка. Чайковский, к примеру, знаете, кто такой Чайковский? Ай, ну тебе, дед, какие-то странные у тебя МС, и на Ютубе с них даже батлов нету. Какие батлы, ёлы-палы? Это композиторы такие знаменитые. Множество произведений написали, между прочим. Сейчас загуглю. Что там про чай было? Чайковский какой чай? Ну? Ну, ты показываешь, что у тебя там? Тут целое видео есть с танцами. Ух ты, пойдём-то посмотрим. Знойные такие подняли настроение. 20 лет не поднималось. О! Деда, а ты смотрел новый эпизод «Звездных войн»? Каких войн? Ну, «Звездные войны». Там, где в космос летали. Прочитаем всякие. Помню, в мое время только Гагарин один в космос летал. Он, как Хан Соло, на своем реактивном соколе всю галактику облетел. Я слышала, что он просто каким-то космонавтом был. О, темные вы люди, он был не просто космонавтом, а самым первым человеком, побывавшим в космосе. Знаете, сколько мальчишек в моем возрасте хотели стать? Ой, что-то я перегнул. Деда, а ты сам вообще был в космосе? Да, помню, лекарство перепутал и такие космосы видел. Пойдем-ка я вам расскажу. Ну, пойдем.
freedom in the history of our nation. Время меняется, летит. Раньше вот в мое время супергероями-то обычные люди-то были, без всяких супер-пупер способностей. Раньше мы вот что хотели? Палкой крапиву лупить, а сейчас все iPhone Ха хотят. Раньше по всем вопросам к маме с папой обращался, а сейчас к какой-то Сири. Как быстро-то летит время? Деда, ну это же нормально. Для кого-то время уходит, а для кого-то только-только наступает. В каждом поколении будут свои супергерои. Да, ведь и не поспоришь точно. Но тогда хочется сказать нынешнему поколению, чтобы вы все любили друг друга, мечтали и как можно больше творили. Ведь своим творчеством мы создаем будущее для всех остальных поколений. Факультет. Спасибо!